Я тебе тоже одна не надо, будет Александр Захаров. Александра Захарова, 6 очков из 10 набранных. Эртель, ну вот, включается эта снайперская уничтожающая машина. А все-таки Эртель действительно мяч получает. Вот те самые 4 секунды и 1-1. Смело его играл классический кроссовер и засчитает этот мяч. Мы видим концовку, мы видим шикарное противостояние и битву. Ух, Эртель, как мягко он это делает, но... Эртель наблюдает в сравнении с «Зенитом». Именно поэтому у нас Глазунов становился много раз лучшим разыгрывающим. Попыток. Эртель издали, когда надо, Эртель забивает. Просто какая-то там команда, это «Зенит», который наладил командную защиту. При этом командная защита у «Уралмаша» сейчас как-то вот... Мне подсказывает, что 14 очков отыграть. 14, там даже больше, 16 очков отыграть, даже больше уже. Но не получится, уже машет рукой в засаду. Дома с Униксу отыграться. Ну и 14.